в этот прекрасный и солнечный день. С вами площадка «Волжские поля». Меня зовут Евгений Федоров. Я являюсь экспертом по полевым испытаниям города Казань. Сегодня в этом ролике мы рассмотрим с вами эффективность нашего продукта Amistar Gold в дозировке 1 литр на гектар на подсолнечнике. Гибрид Сузука. Нормы высева 70 тысяч. Посеянного 13 мая. Предшественником является яровой рапс. Стоит отметить, что на контрольном варианте сильно поражены листья нижнего и среднего яруса. Болезнь продолжает распространяться и на верхний ярус. Позвольте вам показать, как отработал препарат. Обработка данным препаратом была проведена 5 июля. Фазу звездочки 1 литр на гектар. Сейчас уже 27 число, прошло 3 недели. Amistar Gold является высокоэффективным системным комбинированным фунгицидом. Для защиты подсолнечника от комплекса болезней обладает профилактическим и лечебным механизмом действия. Растения все здоровые, чувствуют себя отлично. На данном фото вы можете видеть работу препарата. В защите подсолнечника таким продуктом, как Amistar Gold, нужно подходить вовремя.